Мы находимся на выставке House Hold Expo, разговариваем с нашими гостями-экспонентами. Елена, вы здесь представлены, свой стенд. Расскажите, чем занимается компания и что собираетесь в 2019 году представлять рынку. Добрый день. Меня зовут Мельник Елена Викторовна. Я представляю рязанское предприятие «Промпласткомплект» Всероссийского общества слепых. Наше предприятие является производителем изделий из пластмасс. Мы производим такие изделия, как метла, диски для уборочной техники, производим швабры, производим ворс, то есть щетину для изготовления метел, для изготовления дисков, комплектующие для метел. Все эти изделия представлены на рынке достаточно давно, но наша компания постоянно ищет новых клиентов, то есть мы ищем новых покупателей, новых сотрудников. То есть мы хотим работать и сотрудничать с компаниями по всей России. Для этого мы представлены на выставке. Как так государство помогает вашему социальному предприятию, так как вы с... Так у вас особенное предприятие, как-то государство субсидирует, помогает, как-то поддерживает? Вы знаете, к сожалению, помощь государства не настолько большая, как хотелось бы. В основном предприятие Всероссийского общества слепых, это общество большое, по всей стране есть предприятие, выживают самостоятельно, либо рассчитывая на помощь именно ВОЗ, то есть Всероссийского общества слепых, главного предприятия. Государство, к сожалению, мало сейчас оказывает внимания именно социальной такой политике. Поэтому, в общем, у нас торговые предприятия, то есть производство и торговля. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.